Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 мая, и сегодня я решила побольше поговорить про огурцы, потому что вопросов про огурцы приходит много. Так как многие еще не высадили огурцы, ну холодно же еще. Я вот на своих ранних огурцах покажу некоторые нюансы, какие могут быть сложности у нас. А вы потом, впоследствии, когда у вас будут свои огурцы и, возможно, такие же проблемы, вы сможете эти знания свои, ну, услышанное, применить. Вот сейчас я хочу поговорить на тему, которая волнует очень многих. Нужно ли удалять завязи в первых четырех пазухах, то есть нужно ли ослеплять наши огурцы? Ой, смотрите, какие уже огурчики висят. Я, если честно, не делала еще с ними ничего. Вот сегодня привязала первый день, высаживала 3 мая, и после этого вы знаете, что у нас был продолжительный период очень холодной температуры. Они у меня лежали вот так в растил, даже иногда закрытые пленкой. Ничего абсолютно с ними не делала. И подойдя сегодня привязать их, я увидела, что у меня как раз образовался такой яркий пример того, что может быть, если не ослепить нижние пазухи у огурца, и если период неблагоприятный. Вот смотрите, сразу скажу, тут, как всегда, разные варианты. Ой, опять какой-то снег, крупа пошел. Разные варианты могут быть. И на ответ, нужно ли обязательно удалять вот эти первые завязи, однозначного ответа нет. Все зависит от условий. Я вот расскажу про свои. Я их высадила. Я не хотела ничего удалять, потому что было вроде бы тепло. Но когда наступил холод, и растениям и так было плохо, им было очень сложно здесь. Огурец теплолюбивый, было холодно. И умное растение, оно само завязи зачастую сбрасывает. Вы видите, вот эти вот валяются вот здесь у меня, вот здесь. Цветы валяются, и завязи нет. Это как бы можно объяснить, что растению не хватило просто сил на образование этих завязей, на выращивание, на выкармливание огурца. Она бы просто могла положить свою жизнь вот на выращивание этих первых 2-3 огурцов, и дальше бы у нее все было загублено. Но один упрямый огурец не стал ничего сбрасывать и начал выращивать своих деток. Вот смотрите, что получилось. Они лежат такие толстенькие, они, правда, немного уродливые, не до конца они оформленные, но все равно видно, что растение пыталось их выкормить. Вот первый огурец, второй, вот он третий, вот он четвертый. Ни одну завязь он не сбросил. Что в результате получилось? Они высосали с него все жизненные силы. Вот видите, он какой короткий огурец? Вот он. А вот его сосед, у которого нет ни одной завязи здесь. И вот если на отдаление вот так уйти, тот закончился на 10 сантиметрах, вот как я его высадила цветущим, он так и остался. А этот огурец, у которого нет нижних завязей, смотрите, он какой здоровый, большой, у него листья такие большие, а то листики маленькие. И вот вам вывод. Растение может само не захотеть сбросить вот эти первые завязи, но заупрямится, буду выращивать до конца, до смерти, все. Не захотеть может сбросить. И если вы как упустите и не отщипнете сами, то можете получить вот такой результат. Маленькое, еще не сформировавшееся растение. Вот эта плеть совсем маленькая, листиков мало, всего 5 штук. И на них нависли вот эти 4 плода огурца. Оно, конечно, не справится. Растение остановится в росте. Они вот все, что поступают, какое питание, оно дальше листовую пластину, вот эту зеленую массу не наращивает, все забирают вот эти огурчики. И в результате и нам они не нужны, вот эти маленькие огурцы. И растение испорчено. Но оно не испорчено, оно как приостановилось в росте на какое-то время. Я вот сейчас их уберу. Поэтому какой вывод? Если неблагоприятные условия, если кустик еще совсем-совсем крошечный, и видно, что он еще не готов вот к такому обильному материнству, вот они, спиногрызы, погубили маленького огурчика. И они и нам, хозяину, пользу не принесут, и растению, короче, плохо. Если вы видите, что он еще маленький, что вот совсем крошечный, а вот эти нанизались на него огурцы, и он не хочет их сбрасывать, лучше удалите.
Другая ситуация, если бы, например, смотрите, была бы благоприятная погода, вот такой вот здоровый вот этот вот кустик, и на нем уже, на таком большом, вот они завязи, если бы появились, даже если бы они были внизу, ведь некоторые не удаляют, если бы у нас не было этого холода, и даже если бы они были внизу, то, возможно, они благополучно выросли бы и сформировались бы в хорошие плоды. Так что вот на этот вопрос, удалять или нет, вот эти ослеплять, 4, там 5 пазух некоторые ослепляют, удаляют, удалять или нет, вы должны, опять же, смотреть по обстоятельствам. Если у вас куст здоровый такой, листья зеленые, вот он растет, 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 он уже вот туда лезет, лезет, лезет. Почему бы ему не оставить? Возможно. Но опять же, если из пазухи вот здесь вот будет лезти 4 или 5 завязей, и тут 4 и 5, если пучковой, и здесь, то нужно все-таки первые нормировать. В каждой пазухе по 5, по 6 не оставлять. Нужно рассчитать, сколько он сможет выкормить. Вот все это видео на тему, нужно ли оставлять, нужны ли нам вот такие вот огурчики в середине мая, которые и сами не выросли, и загубили, короче, мамку свою высосали. Все. Это, знаете, напоминает вот такой огурец, мне напоминает родителей, которые всю жизнь иногда положат к ногам детей. Все прихоти их выполняют, и дети вот такие получаются никакие, и у родителя жизнь загублена. А они потом говорят, а мы вас не просили. Все. Вот это вот урок для тех, кто, например, хочет ранний-ранний урожай, но в ущерб все-таки кусту не нужно оставлять зависть. Если вы видите, что он еще не может, не торопитесь. Пусть лучше будет на 2 недельки попозже. Все. С вами была Ольга Чернова. Это вот некоторые нюансы выращивания огурцов. Это, кстати, может получиться не только с ранним урожаем. Вот сейчас в открытом грунте посеете, вырос огурец. Если он еще маленький, то лучше нижние, самые первые завязи, вот эти нахлебников, убирать. Все, до свидания.